Михаил Владимирович Харачура. Советский борец вольного стиля. Тренер. Чемпион СССР. Серебряный призер чемпионата Европы. Трехкратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР. Главный тренер национальных сборных команд Венгрии, Украины и Греции. Биография. Михаил Харачура родился 16 июля 1958 года в городе Жданов в греческой семье. Начал заниматься вольной борьбой в возрасте 13 лет в спортивном клубе «Азов» под руководством Петра Папуша. В конце 1970-х, начале 1980-х годов был одним из ведущих советских борцов легкого веса. В июле 1979 года выиграл чемпионат СССР и золотую медаль семи спартакиады народов СССР. После этого успеха начал привлекаться в состав сборной СССР. В том же году впервые стал обладателем Кубка мира и чемпионом мира. В 1980 году из-за травмы не смог отобраться в состав сборной на Олимпийские игры в Москве. В 1981 году выиграл серебряную медаль чемпионата Европы. В 1982 году второй раз завоевал титул чемпиона мира. В 1984 году окончил Днепропетровский институт физической культуры, где получил диплом тренера. В 1986 году завершил свою спортивную карьеру и занялся тренерской деятельностью. В 1992-1993 годах был главным тренером сборной Венгрии по вольной борьбе. В 1997-2002 годах возглавлял тренерский штаб сборной Украины. В 2002-2004 годах работал главным тренером сборной Греции. Харачура учился в Днепропетровском институте физической культуры, где получил диплом тренера по вольной борьбе. На протяжении всего периода обучения в институте Михаил регулярно участвовал в соревнованиях самого высокого уровня. Он входил в число лучших борцов Союза в своей весовой категории. В 1979 году накануне Московской Олимпиады проводилась спартакиада народов СССР, самые ответственные и значительные соревнования в стране того времени. 15 союзных республики, Москва и Ленинград выставляли на спартакиаду лучших своих спортсменов. Ведь по итогам спартакиады проводился отбор в Олимпийскую сборную Союза. Михаил Харачура был одним из претендентов на место в сборной команде Украины по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг. Но конкуренты были также сильны. Основной из них – олимпийский чемпион 1976 года киевлянин Павел Пинигин. В итоге тренеры и спортивные функционеры отдали предпочтение Пинигину, хотя на борцовском ковре Харачура боролся с ним на равных. Узнав, что Михаил не попадет в состав сборной Украинской ССР, легендарный белорусский борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь предложил Харачуре выступить за сборную Белоруссии. Михаил принял предложение и с блеском оправдал надежды прославленного борца. Он стал чемпионом спартакиады, одолев, кстати, на пути к победе и Павла Пинигина. В этом же 1979 году пришел следующий успех – победа на чемпионате мира в городе Сан-Диего, США. Михаил основательно закрепился в элите борцов не только Советского Союза, но и всего мира. Казалось бы, путь в олимпийскую сборную страны открыт. Но главный тренер сборной команды СССР Юрий Шахмурадов отдал предпочтение своему земляку из Дагестана Апсаидову, который, кстати, и выиграл олимпийское «золото».